Всем пламенный привет, с вами Black Rose. Мы продолжаем летать на самолетах и выяснять, какие же из них наиболее интересны. После полетов на Як-9Т захотелось проверить, на что способна трешечка. По наблюдениям в рандоме она вела себя несколько уфолетно и хотелось посмотреть, так ли это. Так сказать, ощутить самому. Ну и сказано, сделано, и вот мы уже в воздухе. Ну, что мы видим? Первый бой, и здесь у нас П-38. Но это вообще дичь, это не противник. При том, что мы климбим очень-очень хорошо. Несмотря на то, что наступает перегрев на 3,5, мы спокойно доходим и до 5, и до 6, если надо. И не сильно заморачиваемся по поводу перегрева. Он, да, есть, но он не критический и не мешает. Ну и смотрим. Смотрим, П-38 уходит наверх после атаки. Да, они бумзумят. И для этого только и созданы. Ну, что тут сделаешь? А тут подходим мы. Много неточной стрельбы, но в итоге я отпиливаю ему хвост. И он, конечно, отправляется вниз. Ну, неплохо. Первый скальп есть, и мы идем дальше. Сразу же, не отходя от кассы, я вижу еще одного П-38 и решаю, что нужно на него зайти. Ну, вообще, нужно понимать, что Як-3П машина виражная, машина обладает неплохой скоростью, ну и, в общем, ко всему прочему, очень хорошо вооружена. То есть пушечное вооружение не оставляет шансов. Хотя пушки вот эти Б-20 мне несколько не нравятся. Сбит еще один П-38, ну и, собственно говоря, если уж пошло все в таком духе, почему бы и не зафармить Тандерболта. Заходил на него и атаковал. Получил серьезные повреждения и отправляется тоже на встречу с землей. Вот, пожалуйста. Хет-трик спокойненько, без каких-либо проблем, организован. И, внимание, Кобра. Ну, тут уж все понятно. Кобра, он, видимо, из секты камикадзе. Вот как-то так. Такое бодрое начало. Вообще, самолет, конечно, ну, позволит вам, даже если у вас не большой навык управления, навык боев воздушных, он вам позволит по полной раскрываться и даже многому-многому учиться. То есть, как раз таки машина довольно-таки простая и незамысловатая. Единственное, что, ну да, за кем-то гоняться мы не всегда сможем, поскольку у Земли мы развиваем скорость порядка 560-570, но тем не менее. Ну, были укоры в том, что хорошо летать на крупном калибре и уничтожать несчастных PBJ и B-25, а вот на Як-3П, извините, тем более на обычном Як-3, убить его практически невозможно. Ну, давайте посмотрим, возможно или невозможно. Подходим, самое главное идти параллельно, не лезть ему на 6 часов, и все будет нормально. Идем какое-то время параллельно, начинаем сближаться, и после того, как расстояние метров 500 у нас остается, атакуем его кратковременно, после чего снова уходим из-под стрелков. Смотрим. Идем параллельно и снова начинаем атаку. То есть наша задача постоянно бить его слева и справа. С боков ни в коем случае не лезть под хвостового стрелка. И быть, конечно, ниже. Снова зашел, нанес повреждения и выбил стрелка. И отошел от греха подальше в сторону. Осмотрелся, понял, как надо лететь, и захожу. Боковой стрелок еще откусывается, стреливается. Ну, тут уж куда ему деваться. Есть несколько повреждений, снова отхожу. И готовлюсь уже к заключительному ритуальному уничтожению противника. Прилетает еще союзник в попытке записать себе этот самолет, но хвостовое вынесено. Ну и здесь, видите, я просто стреляю в двигатель, и все. Б-25 отправляется в лес по грибы. Вот так вот все просто, незамысловато и эффективно. Не нужно ничего изобретать. Все изобретено до нас. Ну, собственно говоря, идем дальше. Вообще понравилось летать, но с другой стороны как-то было все просто. Ну, вот мне показалось, что на этом самолете конкретно мне летать слишком просто и без каких-либо проблем. С другой стороны, эти пушки Б-20, они меня не очень вдохновили, и я решил, что, ну, для себя решил, что, ну, вот исключительно из-за пушек как-то вот мне не нравится. Если бы там стояли хотя бы две хиспаны с боекомплектом хотя бы 120 снарядов, то я бы летал с ним в такой комплектации намного больше, чаще и, наверное, даже лучше.
Ну ладно, мечты мечтами, предпочтения предпочтениями, а у нас бой с японцами. Главный противник Ил-84, о котором многие знают, знают, что самолет очень серьезный, обладает хорошим вооружением, модификация КО, это 20 мм, плюс две пушки 20, плюс 12,7. Ну, в общем, вооружение вооружением. Мы знаем, что он очень скоростной, что он виражит неплохо, но есть у него и проблемка. А проблемки подробнее. Традиционно Ки-84 очень плохо с выходом из пикирования. И на этом можно поймать. Набрали скорость, сплетанули и сделали мертвую после этого. И, естественно, вы здесь отыграете Ки-84. Важно помнить, что вам нужна скорость при выполнении маневров вертикальных. Иначе вы, конечно, попадете. Ну, смотрим. Смотрим дальше. Все очень просто. Уходим из облаков, уходим ниже и готовимся здесь уже воевать. Спокойненько сплетуем и смотрим за развитием событий. Да, немножко нервозно, потому что союзников здесь не так много и приходится, скажем так, надеяться уж только на себя. Расклад 3 в 2, но это не смертельно, не смертельно. Выбираю цель и начинаю преследование. В принципе, самое главное использовать по максимуму ваши скоростные характеристики и виражные, то есть как в вертикали, так и в горизонтали. И, естественно, рассчитывать на ошибки со стороны Ки-84, вызванные характеристиками самолета. Вот захожу спокойненько ему на 6, несколько неточная стрельба, но больших проблем по сути нету. И наконец-таки докручиваю и, конечно, критую. Он свободен, он отправляется уже в ангар, ну а я ухожу наверх. Вот, кстати, увидели сейчас самолет, несколько тряхнуло, он так вот повилял крыльями. Это вот есть такая проблема в флайт модели, он вот так вот неэстетично вздрагивает. Ну, в общем, какая разница, пусть хоть подпрыгивает и песни поет при этом, ну лишь бы он делал это эффективно. Так что это не проблема. Это так, мелкий недочет, который ни на что не влияет. Еще продолжаем, еще за одним гнаться Ки-84, конечно, в горизонтали он оторвется, но я прекрасно понимаю, что у него есть искушение в плане докрутить, попробовать взять с собой моего союзника. Ну, он тут ошибается, конечно, и подставляется под меня. Куда ему тут деваться? За мной пытается еще один бегать, но это все бессмысленно. Убиваю Ки-84, убиваю моего пилота и захожу уже на Ки-61 сходу. Долго не раздумывая, тоже хитрик, без каких-либо проблем. Вот такие вот японцы, и ничего, в общем-то, страшного нету. Зеро, самое главное, не начинайте виражить. Будете виражить зеро, но будете часто находиться в ангаре. Такая вот народная мудрость. Повиражил зеро, жди, что скоро окажешься в ангаре. Так что особых проблем каких-то нету. С немцами там вообще не о чем говорить. Густавы, Фридрихи по полной программе выхватывают, фокеры. Тем более, что и немцев адекватных стало гораздо меньше. Ну и, в общем-то, самолеты сейчас могут, но не так, как это было раньше. По большому счету, я к 3П и с ними буду делать все, что захочет. Поскольку и берет высоту замечательно. И флаттер у него прекрасный, практически имба. Ну, еще один эпизод. Пытаюсь помочь союзнику, иду к нему. Он прекрасно себя чувствует в битве с Ки-84. Он пытается виражить, всячески доворачивать. И, в общем-то, бой подходит к нам, или мы к бою. Ну и таким образом приближаемся к противнику. Он уходит наверх, я тоже закручиваюсь. И вот практически он у меня уже был в прицеле, но моя кривая стрельба не дала возможности сбить его, записать себе. Ну, впрочем, убирал я тягу, чтобы быстрее докрутить. Ну и тут уже сами видите, докрутил таки. Он получил серьезные повреждения. Ну, тут остается дело техники добрать его. Есть еще несколько попаданий, и все замечательно. Он поджигается и падает. Казалось бы, он мой, но как обычно. Голодные люди налетают и съедают все.
даже то, что лежит на чужой тарелке. Ну, ладно, не будем об этом. Я себе еще раздобуду. Ну и еще один бой. Бой интересный. Хотя, ну, на любителя, может быть. Попадаем к четверкам. Четвертый ранг, казалось бы, это проблема, но, по сути, никаких проблем. Мы снова берем неплохо высоту и размениваем ее уже, уходим вниз, уходим. Быстро приближаясь к земле, а на земле, там у земли практически идет бой. В общем-то, все спустились туда. Ну, коль спустились, мы тоже туда и отправляемся. Биркот идет спокойненько, но все-таки замечает нас, видимо, и я понимаю, что он сейчас будет уходить, он будет сплитовать. Что он и делает. Давай чуть-чуть вправо, и сейчас будет уходить. К сожалению, не попал я, ну и не стал доворачивать. В общем-то, не очень-то и хотелось. Плевать, есть другие задачи, и можно попробовать спасти союзника. Захожу на девятку на Спитфайр и открываю огонь. Есть попадание, и, конечно, Спитфайр немножко занервничал. Хотя, с другой стороны, не бросил свою жертву. Разворачиваюсь вертикально, снова самолет немножко тряхнуло при развороте. И я снова иду за Спитфайром. Прилетает моб, подает мне крыло, фюзеляж и организовывает утечку. В общем, мобы страшные, пора уж к этому привыкнуть, но как-то вот все не досуг. Ну и здесь, казалось бы, никаких проблем. Вот он, Спитфайр, есть попадание, куча дров высыпалась, но сами попадания не записались. Не знаю почему, но не будем вдаваться в подробности. Будем смотреть за боем. Я разворачиваюсь, хоть и критованный, но вполне себе докручу за Спитфайром. Тут уж вообще никаких проблем, я понимаю, что сейчас я выйду ему, зайду ему на 6, и тут буду его критовать. Есть крит, и тут уж добираю, отрываю крыло. Ну, какие проблемы? Никаких проблем. Вот вам читфайр, вот вам Як-3П. Ну, я, впрочем, тоже от мобу получил повреждения, и сейчас летать не совсем комфортно. Чуть не вошел в землю, но, тем не менее, выровнялся и иду. Вот как-то так. Есть еще Биркот, ну, конечно, его тоже нужно урабатывать. Ну, хотя у Биркота преимущество огромное. Скороподъемность, скорость, ну, за исключением, наверное, пулеметов. Хотя 12.7 тоже грозно выглядят. Ну, посмотрим, чем дело кончится. К сожалению, он уничтожает союзника и дальше все делает очень правильно. Просто отрывается от нас по скорости. Ну, что поделать. К сожалению, больше того, что я могу, я не разовью по скорости, и я просто лечу за ним. Для чего, спрашивается? Ну, вы знаете, в общем-то, с одной стороны, некое отчаяние, с другой стороны, чего только не бывает за все те годы, что играю в War Thunder, я чего только не видел, и иногда даже в цирке не смеюсь. По этому поводу, вот, почему бы и нет, попреследуем, морально будем давить на психику человеку. Возможно, он допустит какую-то ошибку. Очень часто люди принимают неправильные решения, ну, вот как сейчас. В принципе, я иду за ним, и я создаю такую вот иллюзорность, якобы доступность некую, что я внизу, и меня можно проатаковать. Тем более, он снес одного яка, девятого, и почему нет? Он заходит на меня, я пользуясь тем, что есть скорость, сдираю машину, сдираю нос. И... ну, тут вы все видите сами. Я ему отрываю крыло, а он не влетает в машину. Поврежден хвост, хвостовое. Да, повреждено крыло, но машина летит, и все нормально. Я захожу на посадку. Так что машина имбовая, и, конечно, особенно для того, чтобы поучиться летать, я ее рекомендую. Ну, и для тех, кто хочет поднять стату, ну, или просто насладиться мясом. Вот как-то так. Ну что ж, на этом все. Понравилось, ставим лайк, подписываемся, рекомендуем друзьям. А я с вами прощаюсь. По традиции желаю чистого неба и хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.